Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу записать обзор своих покупок. Ну, тут не только к Новому году, чуть-чуть к Новому году, но в основном для дома, для детской. А в магазине IKEA, кому это интересно, можно так вот посмотреть все. Еще брала матрасы на матрасники, простыни, это уже кровать мы новую купили для детишек двухъярусную, почти как в IKEA. И вот это все я тоже вам все покажу, как это выглядит. Начну с самого простого. Взяла батарейки, потому что к Новому году нужно всякие светильнички, все заряжать. То есть вот такие большие, средненькие. И вот эти у меня для кухонных весов. Вот думаю, вот для этих светильничков подойдут. Сразу же их покажу. А, вот такие вот светильнички взяла. Не знаю, еще ли куда-нибудь подсвечники поставлю их. Один точно я думаю поставить вот в этот домик. Икеевский. Я его так сильно хотела. И что-то я подзатянула, что в Самаре и в Казани все распродали. И мне посредник взяла прям выставочный образец. Она говорит, где-то наверху, там на самой верхней полке кое-как достала. И она и забрала последний с витрины. Так, тут у меня детишки уже наложили игрушек. Вот таких мышек еще взяла. Она прям такая маленькая, приятненькая. Вот, короче, мышка в домике будет жить. Так, это тут их игрушки другие. Вот я думаю сюда вот такой светильничек тоже вовнутрь поставить, чтобы светилось все. А, будьте аккуратны. Я думаю, еще вот в Москве, у меня сейчас муж как раз поехал в Москву в командировку, там еще есть, я смотрела, где-то 200 таких домиков в этом, в авиапарке. Я думаю, может муж заедет, возьмет. Смотрите, что мне единственное дети сделали. Они у меня погнули вот эту часть. То есть она немножко так, не такая прочная, хрупковатая. Я немножко подрастроилась, поэтому сейчас прячу повыше на шкафах этот домик, чтобы совсем не доломали его. Так, мышка есть белая, есть серая. По 99 рублей они, что ли, ставлю там с сайта фотографию. Так, еще детишкам взяла светильник. Мы сделали небольшой перед ней ремонт, а просто перестановку мебели делаем, детскую для детишкам. И Ярославчику взяли такой домик. Он уже вышел из ассортимента, сильно долго не буду про него рассказывать. Я, если честно, его искала там на просторах всего интернета. Нашла на Авито, он прям новый запечатанный был. У меня детишки просто его распечатали, видите, тут все разэтовали. За 500 рублей я его взяла на Авито, мне девушка там с Москвы отправила. Все, я получила, так что домик у нас есть. Вот. Ну, вообще, как бы эти светильники и другие сейчас вот новые появятся в феврале, говорят, новинки будут. В принципе, очень мне нравится. Так, еще детишкам взяли постельное. Ярославчик выбрал, захотел с такими роботами. Сейчас я тоже сниму упаковку. Я так распечатаю, чтобы посмотреть, что там вообще за ткань. Здесь пододеяльник и наволочка. Одеяло мы икеевские специально не покупаем. Не знаю, у нас вот эти пододеяльники и наволочки хорошо подходят для обычных одеял, купленных в магазинах. Не знаю, кто-то писал, что по размерам не подходит. У нас все подходит. Вот такие вот роботы. Ну, ничем не пахнет, в принципе, пахнет новой тканью. Все это все в стирку постирается. Потом покажу вам, как это все на кровати выглядит. А, Катюша, я думала, хотела, конечно, сердечки взять, я, наверное, попозже тоже их возьму на сменку, но купилась я все-таки вот на балеринок тут, видите, тут девочки-балеринки есть, вот они, в платьишках, ну, это, я так поняла, фея, тут серия лото, вот такое вот постельное, ну, похоже на балерины, Катя у нас на балет ходит, и вот ей прям захотелось такая вот наволочка. Постельную тоже все сейчас стирку пойдет. И вот, смотрите, какая красота. Это как бы мальчики балерины или феи. И девочки, все вот это все в девчачьем таком виде. Так, еще взяла рождественский набор конфет. В прошлом году я брала, снимала, очень вкусно, очень все понравилось. Калорийность каждой конфетки КБЖУ прописано, что очень удобно. Может быть, я еще возьму, тут еще всякие карточки, скидочный обед там. И еще на 1000 рублей, говорят, на покупке 10 тысяч будет скидка. У нас детишки как бы любят, ну и мы все любим эти конфетки. Так, еще взяла
Вот такие шоколадки по 119 рублей. Одну мы, наверное, возьмем сами, попробуем. А две я взяла на подарок. То есть я посылочку отправлю там с подарками. И вот еще такие шоколадки положу. Так, ну и что касается новогодней коллекции. Сейчас сниму уже. Что у меня есть, как бы, есть такие елочки, они в этом году тоже присутствуют. Я их брала в прошлом году уже там по распродаже за 99, сейчас они 199. Одну куда-то детишки уже дели, потерялась. Ну, в принципе, хороший, очень красиво в интерьере смотрится. Вот с этим домиком, прям лепота. Прям, знаете, такая деревня новогодняя, что ли, получится. Так, вот этот светильничек, только детишки меня уже тут вот эту штучку отломали, на скотч приклеим. Так, вот этого гномика я тоже помню за 300 рублей урвала на распродаже, так он чуть 399 или 499, тоже он чуть такой мягенький, красивенький, такая холщовая ткань, черная, красиво очень смотрится. И елочка, елочку вот в этом году детишки так решили нарядить. Да, то есть вот это кашпо, не знаю, сейчас нет, есть нету в этом году, какие-то новые появились, ну я сильно ничего не докупала. Вот елка такая же аналогичная продается сейчас, кто еще сомневается, думает, в принципе, хорошо смотрится. Гирлянда вот такая с снежинками, сейчас снежинок уже нет, но есть звездочки тоже красивые, есть шарики. Вот гирлянда работает по 6 часов, сама отключается, на следующий день в это же время включается. То есть игрушки, есть икеевские шарики, где-то у меня тут был икеевский шарик, вот он. Ну, детишкам как-то вот удобнее было наряжать вот на такие пластиковые штучки из Ашана. Так, ну все, вытащила я свои вот эти светильнички. Один у меня уже в домике. Они прям, знаете, такие, как эти... хрустальные, очень красиво смотрятся. Не хрустальные, а знаете, как ледяные такие, леденцы. Вообще, как будто это лед. Но, к сожалению, вот сюда, в это отделение, они не влазят, чтобы вот так встали. Если просто вот сверху так поставить, или куда-нибудь там рядышком все так вот сделать, может, можно. Также сюда хорошо подходят вот такие свечи, то есть идеально. Только их вытаскивать, так это прям проблема. Только так вот можно, наверное. Так, и фикс-прайсовские еще у меня есть свечки. Они, видите, какой такой эффект натуральных свечей. Можно еще вот так вот сделать. Они как светятся домики. Ну, вот эти мне, конечно, очень понравились светильнички. Они такой уют, такую постановочку придают красивую. Красиво очень. Так, хочу показать, как они выглядят с этой стороны. Подходят под них вот эти вот батарейки, тоже киевские. И здесь такая очень тугая заклепка, то есть как-то она, видите, надо ногтями прям провернуть ее сюда, вытащить. Дети, конечно, это не откроют. Минус то, что взрослым сложно это все сделать, как бы я чуть ногти тут немножко сколыпнула лак. Но зато дети не доберутся и не сломают. Как, допустим, вот до моей елочки там постоянно открывали и сломали. То здесь нет, все как бы так запечатано надежно. Так, еще для детской забыла показать вам. Мы взяли вот такой вот ковер, чтобы как бы и место на полу там занимало, да. У нас там есть небольшой ковер. И вот чтобы вот этот, и чтобы детишки прыгали, в классике играли. Мое детство я очень любила. Я полностью сейчас распаковывать на столе не буду. Потом уже в комнате покажу. То есть на таком рулончике накручен. Вот такой вот текстура он. Здесь, знаете, был уголок. Угу. Так, вот. Здесь с этой стороны, говорит, он немножко... Ой. С этой стороны, он, говорит, немножко прорезиненный. И поэтому как бы не скользит. Я читала отзывы на отзывнике. Поэтому, в принципе, так вот хорошенький с первого взгляда. Так, хочу еще показать новые покупочки. Мы заказали два матраса Малфас для детишек. И эти наперники. Сейчас все будем раскладывать. И два... А, это эти водоотталкивающие на матрасике. Мне водонепроницаемые на матраснике новые. И две простыни. Так, все, устанавливаем светильник.
домик. Сережа сделал 2-3 дырки в стене, да? Ставил шурупы. И сейчас сам домик будет уже прикреплять верхнюю крышку. Сейчас покажу постель, как выглядит. Кровать у нас такая двухъярусная, почти как в Икее, но мы заказывали в другом месте, в Республике Мариэл, город Волжск. Напрямую у нас получилось 15 тысяч, то есть двухъярусная, видите, там тоже все это. И еще дополнительный ярус. Если без дополнительного яруса, она стоит 10 тысяч, где-то один, здесь у нас 13 300, что ли, так вот получилось. Ну и постельная. Так, вот так выглядит. Светильнички повесили у Ярослава, у Кати облачко. Там у нас тройник, но мы, наверное, может быть, сделаем эту двойную розетку. Ну и само постельное. Сейчас покажу. Вот так вот выглядит. Уже после двух стирок я проверила. Ну, то есть его уже при 60 градусах стирала. Немножко оно больше, чем наше одеяло по сравнению с другими комплектами IKEA, то есть где-то 10 сантиметров в ширину лишние. Ну, ничего, как бы нам нормально. Так, и простынь. Простынь очень мягкая, она прям такая, знаете, трикотажная, что ли, тянется. Но написано 100% хлопок. Это новинка специально для этих кушеток Brimness. 80 на 200, то есть мне нужна простынь была на тонкий матрас. Вот он, матрасик наш. Тонкий, ну как тонкий, такой вот он средней жесткости. Мне жестковато, детишкам нормально. И на матрасник, вот так вот на резиночку крепится. Это новинка, тоже на матрасник, мне очень понравился. Вы знаете, его можно стирать при 60 градусах, он не портится. Я его уже пару раз тоже постиралась, так как Катя делала сюрпризы уже, поэтому уже постельное стиралось и все. Вот думаю, сохнет очень быстро все на батарее, пока не брала еще на замену. Вот думаю, на замену взять. Постельное, конечно, тоже очень качественно чувствуется, как бы хлопок. Вот так, это у нас облачко уже, знаете, ему уже года 3, наверное, этому облачку. Это тоже подушечка. Здесь я, когда детишек усыпляю, сюда пока ложусь, Катя, потом она, когда засыпает, я ухожу, но подушечка лежит. Так, и у Ярослава тут постельная с роботами. Так, это такая-то простынь такая же, на матрасник такой же. Ну, вот такие вот у нас тут роботы. А у постельного здесь нет пуговичек. И у пододеяльника тоже нет застегивающих пуговичек. В отличие, вот сейчас покажу. Вот у нас, в отличие вот такое, да, постельное, вот такое. Тут есть пуговки. И оно поуже, то есть оно подходит на наше одеяло. А это немножко как бы остается 10 сантиметров запасик. Вот так вот я их складываю тут пододеяльники, наволочки. Так, поближе покажу светильники. То есть вот так вот они смотрятся. Выключены. Облачко. Ну и в целом сниму детскую, да. Ну, у нас она не такая детская, сами понимаете. Комната, видите, небольшая. Шкаф у нас старый, я на него сделала эти белые киевские ручки. Вот наверх, думаю, коробки белые, что ли, сделать для контраста. Вообще хочется, конечно, теперь все здесь поменять. Хочется шкаф белый киевский. Шторы хочется поменять. Ну, шторы тоже киевские, они вышли из ассортимента. Тюль тоже киевская. Шторы, они мне нравятся темные. У нас это солнечная сторона, и когда дневной сон, я закрываю очень достаточно темно. Так, так. Ну, тут у нас тоже все Икея, коробочки Икея, все везде Икея, елочка Икея. Такая вот у нас. И шведскую стенку покажу. Это не Икея. Сейчас с этого ракурса. Шведскую стенку нам дедушка детишкам подарил на день рождения. У нас сейчас у детишек день рождения. Они прям очень довольны. Ой, какая фирма-то у нее. Сережа уже убрал наклейку. Я вставлю, кому интересно. Очень качественный, металлический. Видите, цвет такой нейтральный. Так, и здесь пуфик у нас. Пуфик мы будем тоже убирать. Сюда я хочу стол икеевский поставить. Где-то, знаете, на 1,5 метра такой вот, с двумя выдвижными полочками. А ковер. Ковер тоже уже у нас 2 недели его используем. Очень хорошо пылесосится.
Чистится. Детишки очень любят вот эти классики прыгать. У Катюшки еще не очень получается, 3 года, а Ярослав прям вообще отлично. То есть они мне теперь прыгают, качаются. Сетка там есть у нас баскетбольная, мячик кидают. Вот как-то так. Вот игрушки у нас здесь просто не помещаются. Поэтому игрушки у нас в зале еще хранятся. И немного у нас игрушек, так как двухкомнатная квартира. Ну, в принципе, вот пуфик уберется сюда. Еще пока не знаю, может, вы мне как-то посоветуете, что сюда поставить. Конечно, хочется. Может быть, летом мы поменяем здесь и обои, и пол хочется посветлее сделать. И ковер этот как-то не к месту. Ну, пока как есть, так есть. В принципе, я не страдаю таким прям, чтобы все было идеально. Детишкам очень нравится. Теперь ихняя комната. Еще в шкаф я вещи их перенесу. Они пока у нас еще в коридоре хранят. И шкаф тоже, наверное, ихний будет. То есть все у них тут будет. Так, еще хочу вам заснять свою звезду. Я каждый год ее снимаю. Вот она у меня такая строго. Я поменяла в прошлом году. У меня была такая же, только она порвалась. Я заказала, взяла новую. Вот. Собирает у меня исключительно муж. Так как я вот в прошлом году решила собрать и порвала ее. Муж как-то все как-то идеально делает. Ну вот, еще ничего не украшала сильно к Новому году, не хочу. Хочу вот прям, потому что, знаете, к Новому году уже все надоедает, хочется все убрать. Поэтому буду где-то после 15-го, 20-го числа украшать квартиру к Новому году. Так, на этом все. Заканчиваю обзор своих покупок. Кому понравилось видео, ставьте лайк. И всем пока-пока!